Друзья, привет! С вами Crazy Mouse Speak, и я вам хочу рассказать про свое путешествие в Объединенных Арабских Эмиратах. Что важно заметить, что эта страна лидирует по количеству шикарнейших отелей, ну и вообще по количеству того, что можно назвать шикарным. Я с вами нахожусь в отеле «Атлантис». Это такая жемчужинка, звездочка в Арабских Эмиратах. Стоит он на острове The Palm. Его адрес – Пальма Джумейра. Называйте Пальма Джумейра, Атлантис, и вас привозят вот сюда. Так вот, вот эту Пальму Джумейра видно даже с Луны. Потому что это целый насыпной архипелаг. На нем находятся отели, апартаменты, шикарные виллы. Ну и, конечно же, отель «Атлантис». Создал его один чудо-миллионер. Он хотел создать такой мини-оазис. Отель-курорт. Здесь есть все. Вы можете не выходить из отеля и почувствовать себя полностью погруженным в атмосферу Объединенных Арабских Эмиратов. А вон там бассейн. Тоже можно развлекаться. Ну, я люблю больше на море купаться, когда приезжаю на море. Поэтому бассейн для любителей фоточек. Кстати, фоточку нужно сделать. Оп. Не дают писать. С вертолета летают. Ну, ладно. Какие же изюминки есть в Атлантисе? Конечно же, в первую очередь. То, что любят и взрослые, и дети, это аквапарк. Это один из крупнейших аквапарков, один из уникальнейших аквапарков. Здесь так много тематических и зеленых зон. Здесь протекает огромная 2-километровая река, по которой можно кататься, спускаться по каскадам, попадать в водопады. Здесь самые высокие и невероятные горки. Ты можешь падать с высоты и попадать в бассейн с акулами. А можно еще птичек половить? Оп! Сюда. Цып-ц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 ып. Я лучше кататься пойду, чем за птицами тут гоняться. Я вам предлагаю быть со мной и смотреть, как можно развлекаться на полную тем, кто любит водные аттракционы. Вам сюда, со мной в парк. Друзья, смотрите, в этом аквапарке можно плавать прямо по живой воде. И вода тебя несет в удивительные приключения. По затопленной Атлантиде. Я же вам говорила, что Атлантис – это как раз и есть копия затопленной Атлантиды. О! Ай! Смотрите, сколько здесь всего! Пальмы! Повороты, водопады. Это все для гостей. Ой, здесь очень весело. Смотри, я там далеко. Ну, друзья, ну догоняй, догоняй, догоняй. Ой, догоняй, ура! Не везде с собой можно брать камеры, потому что, вы поняли, все тут очень экстремально. Сложил ручки, ножки, глаза закрыл. Я вам хочу сказать, что если вы любите экстрим, то вам здесь понравится. Я в восторге! Я сейчас отправляюсь на прогулку на вот таком вот кабриолете. Привет! Nice! My name is Pig! Ну что, с ветерком поехали! Уши вперед! Поехали назад! Друзья, когда ты находишься в Дубае, тебя ждут множество развлечений. Например, ты можешь покататься по Дубай-Марине на скоростных скутерах, катерах, на больших лодках, на супердорогих яхтах. А можешь просто пройтись. Вы видели это? Самое большое колесо обозрения в мире. Я вообще высоты не боюсь, я легко могу туда залезть. Да, мне кажется, я даже могу без кабинки там сидеть, точно. Вон на той верхушечке с высоты 250 метров смотреть на красоту Дубая.
Ох, захватывающе. Вот, друзья, в Дубае настолько все большое, что даже лампы, фонари городские, смотрите, какие огромные. Сейчас март, ну, очень жаркая погода. Я представляю, что тут летом. В общем, в Дубае есть чем заняться, так что путешествуйте вместе со мной. Кстати, не забывайте подписаться на новые видео, чтобы знать самые лучшие места, где можно отдохнуть, что интересно посмотреть. Все здесь. Подписывайтесь. Кабриолет Мустанг. Я практически был за рулем. Вот, смотрите. Папа. Я приехал вот сюда. Это гостиница Парус. Сюда все приезжают сфотографироваться, потому что она очень красивая. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что с пиком все самое крутое. Едем дальше. Я пришел на рамку, проверяют мне билетики. Hello! Вот я буду туда идти. Тут надо так придумать, да? Вот сделаю рамочку, я такой в ней становлюсь. Чик! 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 Вот какая она огромная! Смотрите, какие маленькие люди! Какая она огромная! Сделана как будто бы из настоящего золота, хотя... Возможно, она сделана из золота. Привет, Золотой Пик! Я Crazy Mouse Пик. Да. Hi. How many meters? 150 meters. 150 meters. Ого! Все, мне открывают. Ура, я побежал. Пока. Бай. Ух ты. Я поехал. Класс, друзья, смотрите! Опа! Все, и теперь мы идем по самой верхушечке рамки. Hello! Пик! Ого-го! Друзья, смотрите! О, все, я отдыхаю. И не боюсь. О, привет! Мне все здесь рады. Hello! You like Dubai? Опа! Ой, класс! А тут что-то можно рисовать. Так. Ага. Вот так вот рисуешь, и на экране появляется то, что ты нарисовал. You right? Peak. Peak. Peak Dubai. Смотрите, какая штука. Можно крутить колесо, и тогда тебе покажут еще что-то из музея. Вот так. Опа. Прикольно. Hello. Смотрите, все оставляют ноги свои. Опа. Hello. А я ухо. Вон там впереди Бурдж Халифа. Это тот самый высокий небоскреб. Вот такая вот панорама. Несемся вниз. Прямо над моей головой проходит монорельса. Вы видели только что, как ехал на ней поезд на одной рельсе в одну сторону и в другую. И вот сюда, в отель Атлантис, можно попасть на таком поезде. Вот так вот видно, где мы едем. Друзья, прикольно. Это как метро, только снаружи, либо как трамвай, но на одном колесике. Друзья, напоминаю, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что вы пропустите самые классные новости, самые интересные путешествия. Не делайте такую ошибку, сделайте правильный выбор. Дын-дын! Пальмочки! Кстати, друзья, я вам еще не рассказал про аквариум отеля Атлантис. Вот. Lost Chambers.
Вот куда я вас привел. Вот где настоящие подводные чудеса.